Привет, покупатели Amazon и Wildberries от команды «Мы есть сварка». Сегодня мы хотели вам продемонстрировать крокодильчики или зажимы для подведения обратного кабеля, кабеля массы. Данные клещи у нас выполнены в таком надежном исполнении с крепкой пружиной. Довольно хорошо и крепко фиксируется на конструкции. И, как вы можете наблюдать, у нас губки с обоих сторон медные. Поэтому, независимо от того, как закреплен наш крокодильчик, у нас подвод тока будет гарантированный. Что отличает эти зажимы от производимых нашими конкурентами, то, что все-таки качество материалов не снижается, то есть поддерживается из года в год и гарантирует вам надежное крепление как на конструкции, так и надежное подведение тока. Медные токоведущие элементы не позволят вам где-то продешевить, да, или подвести высочайшее ваше качество ваших работ. У конкурентов, соответственно, часто медные элементы выдаются как железные или омедненные. Соответственно, срок их жизни намного меньше. И будет обидно, если вы где-то на монтаже или на выезде спалите ваш зажим и не сможете продолжать работу. Поэтому не такие дорогие эти крокодильчики, чтобы терять на них много вашего времени и нервов. Поэтому обращаемся к зажимам от компании SAP. Запоминайте. Зажимы на 250, на 400, на 500 ампер. Всегда в наличии.